Оля делится личными переживаниями и заявляет на всю большую Россиюшку, что она лично Кирилла Буданова не боится. Точно не боится? Что-то некачественная актерская игра у пропагандистки-нацистки. И очевидно, Российскую Федерацию не способная испугать ни теракты, ни очередные цирковые представления, которые устроил сегодня, в частности, Буданов. У них там праздник военной разведки. Он записал ролик, ну вот в духе всей той клоунады, которая происходит сейчас в кругах режима Зеленского. Смотрите, как странно кривляется человек во время войны.